15-летнему подростку, который напал на таксиста в Коркино и на краденой машине приехал в Челябинск, вынесли приговор. Парня осудили на 4 года условно. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. Останавливайся, говорю! Это кадры погони на улице Воровского. Инспекторы ГАИ преследуют белый Hyundai Elantra. За рулем 15-летний школьник пытается скрыться. Убегай! Как следует из материалов уголовного дела, в конце ноября прошлого года подросток вызвал такси, чтобы добраться до Челябинска из Коркино. Но когда автомобиль приехал, парень накинул на шею шофера удавку и выволок 40-летнего водителя из машины. Сам сел за руль и помчался в столицу Южного Урала. Таксист тем временем побежал в полицию. Поступило сообщение о разбойном нападении с применением насилия в отношении мужчины 1977 года рождения. У заявителя был похищен автомобиль. Злоумышленником оказался ученик Челябинского лицея номер 97. И вот его признали виновным по статье «Разбой», совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия в особо крупном размере. Коркинский суд приговорил парня к 4,5 годам заключения условно.